Для Валерии Красильниковой это вторые выборы в роли общественного наблюдателя. В этом году она уже следила по видео за ходом голосования на выборах президента России. Девушка учится на факультете государственного и муниципального управления, поэтому уверена, что этот опыт будет очень полезен в ее будущей профессии. Просто нравится, так скажем, погружаться в эту всю атмосферу, намного больше понимаешь, как весь процесс избирательный идет. Ну вот как-то хочется тоже в это все влиться. Информация с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках Самарской области, поступает на мониторы в региональный штаб общественного независимого наблюдения за выборами. Здесь, на большом экране, с постоянной смены в случайном порядке показывают ситуацию на 36 участках. Также есть отдельные мониторы для наблюдателей, которые могут подключиться к любой камере и в индивидуальном порядке оценивать происходящее в прямом эфире. Также ведется запись, чтобы при обращении граждан просмотреть возникший спорный вопрос. Процесс видеонаблюдения, одна из его основных задач, заключается в том, чтобы фиксировать любые нарушения, обращения. И любой гражданин, и избиратель, и тем более наблюдатель, если возникают какие-то вопросы, которые требуют внимания, юридической оценки, естественно, это все, вся информация поступает в штаб. И здесь у нас есть профессиональные юристы, которые дают оценку и оперативно реагируют. Открытие такого центра – только один из многих шагов штаба для обеспечения легитимности выборного процесса. Помимо специалистов в центре, независимые наблюдатели, направленные от региональной общественной палаты, также работают и лично на всех избирательных участках. Была проведена и огромная подготовительная работа самих учреждений, где расположены участковые комиссии, совместно с избиркомом, областными и городскими властями, а также общественниками. Мы вообще стремились к тому, чтобы обстановка была праздничной, в общем, такой. Участки приводились в порядок, территории перед участками приводились в порядок. Мы сейчас уверены, что для абсолютного большинства людей доступ на участки комфортен, и условия для голосования соответствуют тем нормам, которые существуют. Практику централизованного видеонаблюдения в Самарской области реализуют не в первый раз. Она уже получила высокую оценку на федеральном уровне. Этот центр, он показал свою эффективность. Теперь мы его, конечно, стараемся все время применять. Мы, конечно, в первую очередь призываем прийти проголосовать. Мы вас увидим на этой стене. Вот, увидим, как вы волеизъявляете. И, конечно, реализовать свои конституционные права. А мы будем работать по линии общественного наблюдения. У нас это получается. Штаб видеонаблюдения расположился в здании центра «Мой бизнес» на Молдогвардейской. Здесь созданы все условия, чтобы картинка поступала на мониторы без перебоев и искажений в высоком качестве. Также наготове и технический персонал. Ребята, которые в данном случае занимаются наблюдением, студенты, они подготовлены очень хорошо к любым вызовам, как технологического характера, так и то, что называется вот этой методологией работы, которая позволяет им незамедлительно реагировать на любую ситуацию, которая может возникнуть. В центре есть отдельный монитор, куда выводят посты из соцсетей, которые наблюдатели или избиратели размещают на своих страницах. В них они также демонстрируют реальную ситуацию на избирательных участках, но уже со стороны участников этого процесса. Одна из основных задач, собственно, общественного наблюдения – это повышение открытости избирательного процесса. И, естественно, когда в наш век соцсети играют одну из ведущих информационных ролей, мы попросили наших наблюдателей, чтобы они максимально рассказывали про то, что они видят на избирательных участках. Ознакомился с работой штаба и председатель некоммерческой организации «Союз отцов Самарской области» Константин Даладов. Он в сопровождении своего сына уже успел проголосовать на участке, а затем приехал посмотреть, как организована работа по общественному контролю за ходом выборов. Придя сюда, оценили работу других участков, как это все зацифровано, как это все работает. В общем, произвело такое масштабное впечатление. И всех отцов Самарской области призываю обязательно прийти с детьми, проголосовать, проявить свою гражданскую позицию. Понаблюдать за работой штаба может любой гражданин. Для этого нужно прийти в центр «Мой бизнес» на Молдогвардейской с паспортом. Центр общественного видеонаблюдения будет работать круглосуточно на протяжении всех дней голосования. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.